Но мы начнем с того, что с нами команда Торсаж, команда, которая умеет побеждать, и в свое время они получали медали, помните, да, на кубке. То есть блестящий сезон. Да, я так понимаю, что насколько сейчас получится вот этот блестящий сезон, как вы считаете? Ну, во-первых, мы будем представлять свой новый обновленный состав со старым именем Торсаж, зарекомендовал себя уже. Ну, я думаю, у нас будет получаться, потому что у нас опять-таки много молодых футболистов, перспективных, ну, конечно, не без старичков, но оптимизм есть. То есть, если как раз перейти к следующему вопросу, насколько вот много новых людей появилось у вас в команде? Ну, сейчас пока идет набор, ну, от 7 человек. Ого, ничего себе, то есть вы это кардинально поменяли? Да. То есть мы старичков подвинули, а молодых привели. И в основном какие-то позиции были, ну, это поменены? Середина, в основном середина и защита. Нападение у нас неизменное. Дима Иванчук, Саша Свирин. Мы им доверяем. Плюс Атая нас оставит, Валерий Ильич. Да, Атая, конечно, зарекомендовал себя тоже там, не в одной команде. Скажи, пожалуйста, в целом, вот какие цели ставятся, например, на первый круг чемпионата? Остаться в лиге. То есть, не только, что в тройках? Ну, для начала, я думаю, остаться в лиге, это на первую половину. А со второй половины можно уже на первом месте давать. Да. Кто будет основными конкурентами у вас? Провокационный вопрос, конечно, не хочу никого обидеть, поэтому я думаю, наверное, промолчу. Нейтрально, да? Нейтрально. А что бы тогда просто с кем бы хотелось вот так просто интересно сыграть, такие матчи, чтобы попали дружественные получились? Есть какие-то команды, с которыми вам интересно вы хотите играть? Или это тоже провокационный? Ну, я думаю, да, это лучше. Хорошо. Кто-то обидится, кто-то нет. Кого-то недооценивает. Команда Торсаж — это одна из самых дипломатичных команд. Да, да. Министерство закордонных справ ЧКМС. Спасибо. Хорошо, так если по позициям пройти, кто будет в нападении? Я же говорю неизменно. Дима Ванчук, Саша Цвели, Никита Лемешко. То есть они там... Вратарь Яцюк. Яцюк Владислав, то есть тоже молодец. Да, то есть в прошлой лиге, в последних играх Влад у нас был больше в поле, потому что на маленьких полях ему сложно стоять на воротах, а на большом это его. Ну и средняя линия? Средняя линия, получается, я же говорю, у нас еще пока только 7 человек, поэтому среднюю линию мы подбираем. То есть я буду больше, наверное, сзади. Ну, серединочку у нас есть Максимова. Максим Хоменко, Максима просто первого не помню фамилию. Ну, то есть, я думаю, будет что-то предоставить. Ну, и вы думаете, сколько голов вы забьете за вот, первого чемпионата, за 15 туров? Ну, судя с первой игры, 3 гола в первой игре, я думаю... 45, да? Ну, это минимум. Ну, это пожелание команде Торсаж и другим командам. Будьте честными, будьте справедливыми, будьте аккуратными. Связки не ломать там и тому подобное, и удачи, и успеха. Ну, конечно, победите, отдайте на первое место. Всем победы, хорошего футбола. Спасибо.